Скандальная блогерша Дэвио продолжает удивлять. На днях она посетила Львов, где с открытыми окнами под песню певицы предательницы Асти решила проехаться по пешеходной площади рынок без спецпропуска. Росток пробивался ко мне в деревне. Я вместо Асти приехала концерты тут давать, да? После последнего муда. Напомню, что она... Настя, которая является уроженкой Черкас, с самого начала полномасштабки никак не комментирует войну. А недавно Анна еще и получила российский паспорт. Хотя почему бы это вдруг волновало блогершу? Хайп, как говорится, всему голова. Руководитель департамента мобильности и уличной инфраструктуры Львова Олег Забарыло прокомментировал инцидент. Он подтвердил, что никакого пропуска у девушки не было. Она сознательно нарушила правила дорожного движения, повернув на площадь. Для Дэвио подобные замашки не в новинку. Не столь давно она уже попадала в скандал, когда поздно ночью опубликовала историю в Инстаграм якобы с трассы Киев-Одесса. Тогда выяснилось, что никакого пропуска у нее нет. И как она сама позже призналась, комендантский час она никогда не нарушала. На этом все. Не забывайте о подписке и лайке. А в комментариях пишите свои варианты, как бороться с подобными охотниками за хайпом, которые ради минуты славы готовы на все.